Привет всем! Сегодня мне наконец-то позвонили, пришла моя посылка с Льюиса. Вопреки моим ожиданиям, ничего там криминального не было. Не приплюсовали туда доставку. Согласно инвойсу, там все вроде ровно было и вопросов не задавали. Единственное, что немцы почему-то указали вес посылки чуть-чуть больше, чем он был реальный. Ну и я вскрыл, как бы посмотрел, что типа все норм, ну как бы написал, что претензий не имею, потому что вдруг там ничего не достали. Или что-то достали, я не знаю. Вот. Так что можно заказывать, наверное, пока спросил про 22 евро, сказали, что глупо это и никаких новостей. Когда увеличат лимит и прочее, непонятно. Будет, не будет, наверное, не будет. В том, что эти 22, они, ну, смешно, на самом деле, ничего не закажешь, потому что каких-то вещей нету. Допустим, Саша на Пацифик кусок пластмассы заказывали. Сколько он там стоил? 20 долларов, по-моему. Плюс доставка. Сколько там получится? Ну, я думаю, с него не будут взывать тоже никакой комиссии, потому что он вроде укладывается. Хотя, ну, кто его знает. Ну, а сейчас я доберусь до дома. Посылку я уже забрал, естественно, встретился с Лехой, отдал ему сувенир. Доберусь до дома, покажу, что же я там такого нахватал, дабы забрать все 10 евро. Вот я добрался до дома, и самое главное, в принципе, ради чего затевалось весь этот заказ, это для вот такой вот штуки. Это, блин, просто металлическая копилка, в которую можно складывать монеты, которые у нас появились вот буквально недавно. И оказалось, что купить хорошую металлическую копилку в нашей стране, ну, в нашем городе проблема. В прошлом году я их видел пачками и думал, нафиг они нужны. А в этом году я понял, что в принципе надо было покупать в прошлом. Но кто же знал, что ведут монеты. Теперь у меня есть такая вот интересная копилка в виде бочки 200-литровой, уменьшенной. Так, и что я еще себе зацепил за 3 копейки? Это просто майку. Обычную белую майку. Ну, как обычную, не совсем обычную. Это майка с логотипом фирмы Льюис. Вот такая. Вот такая обычная белая майка. Вот с таким вот логотипом. Была такая черная, но почему белая? Жизнь не так говно. Вот. Так может хоть майка пускай будет белая. Тем более, очень милая, симпатичная маечка. Вот. И всего лишь 3,5 евро. В наших реалиях такую не купишь. Пару сувениров, которые я... Один из них отдал я Лехе, второй забыл в Сильвере. Ну и походу все там, замок, блокировка для тормозного диска, ну так, то есть по мелочи. Вообще самое главное, это была вот эта копилка. Теперь буду складывать в нее монетки, собирать, копить, вот. А вам я желаю хорошего вечера, пока.